Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Волоха. Так, забрали с собой древесину, которой у нас и так очень много. Беззубик. Ага, это, по-моему, скальскопев. Хотя я... Да, скальскопев. Выводим. Всего 4 дня, ребят. Всего. Всего-то 4 дня подождать, господи. Это сущие пустяки. 4 дня, ребят. Опять древесина. Что-то дерево у нас, конечно, тут завальчик такой получается большой. Так, ну раз дерева много, значит, ребят, я имею право отправлять своих драконов. Блин, подожди. Мы же хотели... А, ладно. Я думал прокачивать его, ветрокрыло, но... С рыбой у нас, так скажем, проблемы. Так что я, ребят, подумал, что пускай он пока летит. Что он пускай пока летит, а мы с тобой займемся своими ежедневными делами. Так, вот кривоклыка, друзья мои. А, ну я сейчас его не могу, ребят, оставить на прокачку, потому что он на задании у нас. Кривоклыка, да, надо будет, ребят, прокачивать до 90 уровня. Даже, по-моему, до 91, если я не ошибаюсь. Так, 9 рун. Отлично. Так, ну что? Лети там к Сморкали. А мы с тобой пока отправим нашего Беззубика. Ну, опять же, ребят, на поиски, конечно. Конечно, на поиски. Больше нам... Воу, воу! Чё я сделал, ребята? Ну, вы видели. Я отправил его в элитные приключения. Блин! Чтоб тебе, а. В элитные, блин, приключения я его отправил. Да, я просто забыл, ребят, поставить на одиночку и... Слушай, а у нас он уже, смотри-ка. Худо-бедно приносит, ребята, 30 железа. Но я считаю, что 30 железа это пока еще мелочи. Вот 110 железа, это да. Это показатель. Так, что там у нас? 72 миллиона. Ага, древесинки-то у нас как раз и нету. Ладно, сейчас мы отправим этих ребят на поиски. Так, что у нас там? Там у нас крылатый страж получил уровень. Так, этот притулился. Этот тоже, ребят, притулился у нас тут. Давай за древесиной идти. Давай за древесиной. Ты за рыбой. Так, ну что, вы в комментариях писали, что сегодня у нас... Точнее, не сегодня, еще, по-моему, со вчерашнего дня, ребята, событие какое-то открылось. Я не мог зайти в связи с тем, что работал. Сейчас будем с вами смотреть. Что там за событие, что там вообще, к чему. Что к чему и почему. Так, ну, этот 100% не прокачается. Будет также до последнего, ребят, барахтаться, сопротивляться, все что угодно делать, лишь бы не прокачиваться. Слушай, жетон получил. Этот жетон нам нужен. А здесь рыба. И тут у нас гнездо. Страусиное гнездо, страусиное. Ну что, вроде бы по этим заданиям все. Тут янтарь, есть возможность поставить. Так, к Йохану я не заходил, да? Ну вот это вот только возьму. В принципе, больше ничего мне не надо. Ну и, естественно, ребят, награды. Награды, еще раз награды. Окей. Одна у нас в кармане. Да,
Да, две в кармане награды у нас будут. Давай смотреть. Ну, на самом деле, прилив сил и 250. Но это лучше, чем получить вот этот вот блестящий янтарь, как по мне. Так, открываем с тобой пак. Загадочный, бесплатный, само собой. Кревет, ужас, змеевик. Кревет, ужас. Я что-то пропустил? Ох ты, ребяточки. Грязеплюх, ты прикинь. Вау, новинка. Такого у меня не было. И вот теперь, друзья мои, у меня появился новый дракон. Грязеплюх. Представляешь? Ха, шикарно. Причем это из редких у нас. Вот так вот он выглядит. Отлично. Прям неожиданно. Это из обычного топака мы с тобой вывели, да? Что-то я не понял. А я что, пак вождя забыл, что ли, взять с прошлого? Да нет, подожди, вроде не было такого. Фиг его знает, ребята. Откуда пак вождя-то здесь взялся? Так, что у нас еще? Я хотел, ребята, глянуть вот здесь вот по заданиям. Так, поищите шлемоноса. Выполните обмен. Повысите уровень громорога на 5. Уровень громорога на 5. Ладно, пускай будет. Выполните обмен великого смутьяна. Хм. Ой, подожди, что-то не то сделал. Так, дай-ка посмотреть. Обмен на великий смутьян. Экзотический дракон. Ты ерунда какая-то. А вот кораблекрушитель у меня вообще есть, нету? А вот этот вот песчаный. По-моему, песчаный есть у меня, ребята. Вопль смерти. Слушай, если мы с тобой сделаем обмен, мы получим еще один зуб, верно? Так, подожди. Если мы сделаем с тобой обмен, мы получим зуб и 102. А, так тут нужно, видишь, два раза сделать обмен. Два раза сделать обмен. И только после этого мы получим зуб. А для того, чтобы сделать обмен, нам понадобится, да нам дофига что понадобится. Ну, не знаю, кувшины можно, в принципе, поискать. Сумки эти тоже можно поискать. Вот эта вот штука очень редко выпадает. Очень, ребята, редко выпадает. Когда он тебе принесет? Фиг его знает. Так, цветочек мы нашли. Ну что, давай смотреть события, ребята. Так, происшествие муштра наездников. Вот оно, значит, да? О, событие. Событие довольно длинное будет, так что за одну заходку мы его не пройдем. Тут, по-моему, даже придется три заходки делать, чтобы полностью его пройти. Твою налево, блин. Это те самые драконы, которых фиг пробьешь. А почему две волны? Должна же, по-моему, быть одна волна всего лишь на мощных вот таких драконах. Или это у нас на первой волне мощная, на второй, по-моему, слабая. Это даже, ребят, с пониженной защитой мы бьем вообще на изи. Просто, ребята, он даже не чувствует моих ударов. Ну вот кривоклык только единственное, что более-менее еще как бы ощущается его удар, а в остальные... Ну давай, добивай. Так, и это водорез. У него тоже, ребята, очень много хп. Но я думаю, что он не настолько крепкий, как Костолом. И я думаю, быстренько мы его сейчас запинаем. Окей. Так.
И добивка. Давай, давай, добивай его. Давай посмотрим, что нам выпадет на колесе. Ну, древесина. Ты сомневался, что нам выпадет либо древесина, либо рыба? Я лично нисколько сомневался. Зато загадочный пак. Ладно, пускай летит в копилочку, на почту. Мы двигаемся дальше. Сейчас посмотрим. Ага. Поехали. Блин, ну опять, опять он мощный, ребят. Это пристиголовый у нас. Даже с дебафом фигня получается. Причем, ребята, он фиол. Фиолетовый. То есть он хитрец. Он из разряда хитрых получается. Которых, по идее, мы должны были разносить только шорох. Но так как у него очень много хп, он 20 уровня. И как я тоже хочу, ребят, получить кого-нибудь уже 20 уровня себе. Первый кандидат это, конечно же, Шторморез. Но, друзья, карточек на него нужно еще очень много. Кривоклык, да, у меня уже может прокачаться. Но не хватает уровня. Ему нужен 91 уровень. А он у меня там, по-моему, 86. Или меньше даже. Так что надо нам его прокачивать. А это, соответственно, нужно тонны рыбы. Не все так быстро. Одним словом. Не все так быстро и легко. Давай, добивай его. Очередная рулетка. И забираем. Да ладно, плод мудрости. Спасибо. От плода мудрости я еще никогда, ребят, не отказывался. Не всегда говорил, что это очень полезный фрукт. Ну что, сейчас у нас в данный момент поединок будет простой, проходящий. И против нас истинный шепот смерти. Опять же две волны, и... но тут хп у него мало. Поэтому мы его должны, в принципе, успеть разнести до того, как он будет использовать свою супер, ребята, атаку. Сейчас вот сделаем так, и Барсик его добьет. На второй волне нас встречает два Костолома. Причем они оба стражи. Делаем с тобой... снижаем защиту хотя бы на одном страже, чтобы нам как можно быстрее его забомбить. Так, Барсик побежал. Отхиливаемся. Кусаем. Но сейчас будет разбег. Это неизбежно, мне кажется. Но... и бьет он в Барсика. Ну, соответственно, наши дракончики сразу же на дыбы. Сразу же идут в мстительную, как говорится, битву. И уничтожают. А, давай посмотрим, что нам выпадет здесь. И опять достается нам древесина. Не чтобы плод мудрости. Либо две, либо три штуки. Нет, вот на тебе древесину, рейчик. Так, 1400 тусклого янтаря. И плюс, ребят, ну что, у нас поединок обычный. В общем, мы с тобой заберем 100 рун. Это будет наша последняя награда за сегодня. Так, это у нас лично Хоферсон. И, ребята, уже 3 волны будет. Ладно, первая волна будет простенькая вот эта, потому что у него мало хп. Мы его сейчас быстренько разнесем. Но самое удивительное, он успевает, ребята, 2 раза сходить. 2 раза за один поединок. Так, пристиголовый плюс ужасное чудовище. Я даже не знаю, кого тут быстрее бомбить. Они оба противные, друзья. Ужасное чудовище бомбит фаерболами без остановки. А пристиголовый. Давай так сделаем. Пристиголовый тоже, ребята, любит своими фаерболами бомбить. Вот с какого перепуга, ребята, он получил сейчас 3 энергии? Ну вот объясни мне, пожалуйста. У него не было ни одной. Мы подбили ему дракона, он получает 3 энергии. С какого вдруг, блин, перепуга? Объясните. Такого быть не должно. Я же не получаю, блин, за его драконов по 2 энергии. Я получаю по одной. Ход, одна энергия. Ход, одна энергия. А он 3 получил сразу же. Молодцы. Еще какой-то справедливости можно тут говорить. Промахнулся.
что, добьем его, нет? О, да. Ну, понятно, короче. Все по-старому. Ну что, у нас последний бой. Мы добрались до мини-босса. Прогресс 33%. И здесь у нас сколько волн? 3 волны и 2 врагов уже в первой волне, друзья. Ладно. Так, змеевик. Я его попробую, ребят, в первую очередь снести, потому что он самый такой быстрый. А это у нас сородич шепота. Насколько я помню, он не особо страшный. Ой. Почему я все время забываю, что вот эти вот гаденыши имеют всякие фаерболы? Он сейчас будет, естественно, будет сюда бомбить. Само собой. Оу. Нам надо, ребята, хиляться как можно быстрее. Это сейчас будет жмакать еще. Пережевывать. Он будет пережевывать, естественно. Ну, конечно же, шторморезы. Куда он еще побежит? Так. Ох, кого он печатать собрался? Знает же, кого надо, а? Да, блин, ну какого фига ты не добил-то его? Ну, ё-моё. Раздражает это. Здравствуйте, приплыли. Я, наверное, не буду пока ничего делать. Вообще-то я сейчас, наверное, ребята, зря повесил слепоту. Это надо было делать, когда уже... Нам просто сейчас надо будет очень сильно и быстрее накапливать, потому что если не успеем, он меня звезданет. Своей волной. Видишь, вот здесь вот одна энергия прибавляется. Почему там прибавилось 3, я не понимаю. Сразу же, причем с лету. Вот теперь надо слепоту вешать. Знаю его трюки. Ты сейчас специально будешь, да, делать удары ближнего боя для того, чтобы скопить энергию. Я все-таки потратился. Все-таки, друзья, потратился. Решил, не выдержал, как говорится, душа поэта. Ну что, теперь добиваем его тогда. Свидание, дядя. Так, друзья, крутим колесо. Забираем дерево несчастное. И забираем 100 рун. Это 2500 рун у нас получается, да? Угу. Как-то так, как-то так. Откроем пак с тобой. Шепот, чудовище, кревет. И громобой, надо же, ребята. Это необычный, разместить... Так, подожди секундочку, а по поводу острова мы же... Нет, не здесь. Я разве не зачищу... Так, а тут-то мы что не забрали с тобой? Мы разве с тобой не делали зачистку на острове? Сокровище... Так, а это все нам нужно, получается, да? Нет, зачистку мы сделали, у нас просто, просто не хватает. Действительно, элементарно территории. Вот не знаю, почему вот здесь вот мы не можем поставить, хотя... Должно, в принципе, вместиться. Викингов 6000 с лишним. Но мы знаем, что там нужно немереное количество железа для того, чтобы мы могли с тобой прокачать. Там 5000 железа. Плюс это 2 домика надо будет. Это 10000 железа. Это совсем немало, но сделать это возможно. Долго, но возможно, ребята. Ну что, друзья мои,
А на сегодня тогда я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.